Казино Лугано. Вот это на улице лифты. Молодежь шумная, все девочки. Парк Чани. Вот вход в парк. И маргаритки. Много маленьких детишек, которые прогуливаются с родителями и впитывают вот такую красоту. Друзья, а я, когда родилась, мои родители жили в бараке. Как вы думаете, что я впитала? Какую красоту барачную? Конечно, было другое время, но и другая страна. Мы зашли в парк. Вот они, эти ворота. Парк Чани. Вот эти весной все кусты цветущие. И за ними вот вода. Казино Кампионы. Вот она. Друзья, мы все еще идем по парку, и вот посмотрите, что я обнаружила. Наверху все эти сосна поскрепили вот такими скрепочками. Много туристов. Как немецкая речь, английская. Пару арабов видели. Но я имею в виду мужчину и женщину. Вот, кстати, они идут. Он в спортивном костюме. Смотрите, как вода отсвечивает. Прелесть. Теплые денечки. А вот Танюша и Марко сидят, принимают солнечные ванны. Камушки все видно. Вот она, уточка. Парадизо. Вот где вы видите фонтан, это местечко называется Лугано Парадизо. И мы все идем по парку. А вот посмотрите, какие они айсберги пустили по воде. Конечно, они здесь закрепленные и никуда не плывут. Но сам факт, легкий металл. Вот они так сделали.